Сержант, я хочу поговорить с майором Джавадовым. И побыстрее. Без паники, господа, без паники. Командир, готов. Брат? Недоумок. Ты вообще соображаешь? Совсем охренел, да? Братишка, ну ты что? Хрень через плечо, братишка! Ты о чем думал, когда это затеял? Псих конченный! С ума сошел! Я ему то же самое говорил. А ты заткни! Что ты сегодня плел по телевизору? Что хочешь, дело Шамсирагимова на моих ребят повесить, да? Рюшен, а ты сам билмисен, улара гарши амэлли башлы дэлли субуттар вар. А ты субут? Не отвлекайся. Ты же ударить хотел. Ну давай. Субут? Без гюнахсызлых презумсяси дейлянши и дала сэнэн чунгу вэдэ дейл. А он не знает. Что такое презумпция невиновности? Он и меня хотел арестовать. Без суда, без следствия. Ялан, ялан! Без онлы садача даншмах сыды, коллегия да. А полицейских зачем позвал? Чай подавать? М? Братишка, ты понял их гнусный план? Сначала клеветать наших ребят, потом меня арестовать, а потом и до тебя в очередь дошла. Усек? Нужно было их как-то поставить на место. М? Такой ценой, да?